вот мы и забрали наши чемоданы. Они пришли нам в Минский аэропорт. А чемоданы мы заказывали на сайте, значит, по буквам читаю, sportsdirect.com. В общем, на этом сайте мы решили заказать эти чемоданы, потому что они были с очень большой скидкой. Мы узнали, что они прибывают службой DHL в наш Минский аэропорт. В общем, когда мы приехали в аэропорт, чтобы получить наши чемоданы, нас ждала такая, скажем, интересная новость. Ну, мы, конечно, предполагали, что там уже пошлины будут и все такое. Но что в результате оказалось? Во-первых, стоимость доставки чемоданов уже составляла где-то 30-40 долларов. Плюс где-то, по-моему, точно не помню, 15-20 долларов мы заплатили за таможенное оформление, за таможенные пошлины. И еще там есть отделение Белпочты. Так вот, эти чемоданы пролежали день на Белпочте. Вот получается, что хранение на Белпочте еще нам где-то под 10 баксов. Итого, вот у нас получается, что стоимость двух чемоданов, и нужно еще добавить 30-40 долларов за доставку, плюс 15 долларов, 15-20 за таможню, и еще где-то десятку за хранение на Белпочте. Самое интересное, что мы сами звонили и узнавали, пришли ли наши чемоданы, и следили за ними по трек-коду. Если бы мы этого не сделали, то мы бы от Белпочты получили бы уведомление через пару дней, и за каждый день нам бы приходилось около 10 долларов платить. Еще одна такая интересная особенность, это если бы мы, например, ждали, пока придут они к нам домой, то я, конечно, точно не знаю, но мы спрашивали, что это стоило бы тоже очень приличные деньги по сравнению со стоимостью чемодана. Поэтому у нас в сумме вышло примерно чемоданы, как если бы купить на рынке самое-самое дешевое. Вот, ну, у нас вот вышли вот такие чемоданы по стоимости самых-самых дешевых на рынке чемоданов. По качеству сложно сказать, они еще не опробованы. Вот когда сделаем два перелета, вот тогда можем рассказать, стоило ли это того. Вот, но, тем не менее, мы получили приятное впечатление, приятный опыт. И интересно было съездить в аэропорт. Вот, прокатились на 8 марта, так сказать, отметили в дороге поездкой. Вот, поэтому такая вот получилась история. Вот, значит, если ваше видео вам понравилось, то ставьте нам лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну, а мы едем домой. Дальше 8 марта отмечать, все-таки серьезный праздник. Вот. Вот на знаках 120 км в час. Сейчас дадим под плешку и все. И скоро будем дома. Тем более, что от нас это очень недалеко. Вот поэтому желаем вам приятного времени суток. Всего самого хорошего, удачи. Ну и все. Всем пока-пока.